Об актуальных вопросах производства судебных экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров шла сегодня речь на областном семинаре в Гродно. В обсуждении приняли участие сотрудники Управления внутренних дел, Следственного комитета, представители пограничного и таможенного ведомств. Как было отмечено, вступивший в силу с 1 января декрет главы государства номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков уже дал положительные результаты. Об этом свидетельствуют цифры. Исходя из того, что территория области зарегистрирована на сегодняшний день за первый квартал 188 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, экспертами наших подразделений в первом квартале поступило экспертиз наркотических средств на 60% больше, а выполнено на 80% больше. На сегодняшний день эта цифра в абсолютном количестве превышает 300 экспертиз наркотических средств, их прекурсоров и аналогов. С принятием декрета возросло количество изымаемых вещественных доказательств, а также роль и значимость исследований в этом направлении. По словам Дмитрия Гриневича, в настоящее время каждая шестая экспертиза выполняется в неурочное время. Мы оперативно готовы по инициативе правоохранительных органов в кратчайшие сроки с высокой идеальной степенью достоверности проводить экспертизы исследования наркотических средств, их аналогов и прекурсоров. Жесткие санкции, связанные со вступлением в законную силу антинаркотического декрета и поправок в Уголовный кодекс, сыграли также и нужную профилактическую роль. Мало кто захочет заниматься незаконным бизнесом, зная, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Дало эффект и введение административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. Ирина Герасимович, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+.